Приветствую всех зрителей телеканала «Самара ГИС». Вы смотрите рубрику «Афиша». Я, Юлия Север, расскажу вам о культурно-развлекательной программе города на эти выходные. 8 августа Самара зацветет. В парке Дружбы состоится всеми любимый фестиваль цветов. Пожалуй, одно из самых красивейших мероприятий этого лета. В этом году на площадках фестиваля будут организованы профессиональные конкурсы, а также красочные программы для зрителей всех возрастов. Гостей ожидает концертная программа и костюмированное шествие. Кроме того, традиционно состоится выставка продажи цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства. Приходите, будет ярко. 8 августа, парк Дружбы. В воскресенье приглашаем на площадь героев 21-й армии всех тех, кто не боится промокнуть. Мокрые войны – это массовое обливание водой. Водные пистолеты, ведра и даже тазики – вот оно, ваше оружие. Организаторы обещают максимум позитивных эмоций и заряд энергии. Мероприятие строго за ЗОЖ. Начало в 15:00 у фонтана на Осипенко. Галерея «Виктория» приглашает жителей Самары на отчетную выставку молодых художников. Участники выставки – ученики и экспериментаторы, занимающиеся в школе современного искусства, фотошколе и мастерской акционизма. Все три проекта необычны и уникальны для Самары. Креативное мышление, свобода от стереотипов – все это отображено в работах молодых авторов. Вход свободный. И на этом все. Куда отправиться, выбор за вами. Увидимся с вами в следующую пятницу в рубрике «Афиша». Интересных вам выходных. Пока-пока.